кто-нибудь их сам? Миша, уходи. Дальше. Вот что.
разворачиваюсь и прижимаю. Прижал. Дальше за счет полумоста я его руками сюда его должен. Чем я сильнее туда его брошу, тем он сильнее пойдет на меня. Раз. И даже я не умею делать мост. И вообще, то есть с мостом проблема. Я даже на мост не люблю становиться. Раз. И сюда, не через живот, а через... Оп, переворачиваем. И переходим отсюда на удержание. Любой прием должен заканчиваться контрприемом. И переходим на удержание. Раз. Я его взял. Теперь Мишка не лежит вот так, а ручки собраны. То есть вот самое, если руку эту захватили, Миша здесь руку захватил, хорошо. Очень тяжело. Поэтому рука должна быть сюда чуть. Раз, оп, сюда. Далее. Хоп, для чего качать нужно? Плечи. Садись, Миша, садись. Для чего качать? А что вот это движение, как дать им туда? Раз. Он пинг туда. То есть если он вообще туда отскочил, тогда руку вытащил уже и на живот. И сюда вышел. Вот Мишка держит. Еще раз. В партере, если вы поставили ноги сюда, уже очень плохо. То есть раз. Ножку вперед. Вот так. Вот. Значит что? Я его захватил. Захватил. Вот сюда его нужно. Сюда. Потом, видите, перевернул. Но для того, чтобы мне что-то сделать, вот эту нижнюю руку я убираю. Теперь посмотрите, видите, я головой его держу. Головой держу руку, теперь он уже не уйдет. Потому что если вы подняли, он раз и убежал. Отсюда и переходите на... Держи с этой стороны. С этой стороны. Вот. Взял. Все. Вот туда. Видите, держите. Раз, оп. Два. Руку брал. Хоп. Головой держу и перехожу на... Так, поэтому если шея слабая, плечи слабые, руки слабые, то, конечно, тяжело ходить. Но вы сейчас помогаете друг другу. Кто физически не силен, друг другу помогает. Так, все, вперед, пошли. Я перевернул через борцовский мост, перешел на удержание, потом второй момент. Аджуме. Да. Я вас буду менять. Саша, повернись, Саша, разбудите. Животом его ударь. Ударь в спину, животом, руками вверх. Давай, давай, давай. Саша, еще. Да, чуть-чуть.
пришла учительница и говорит, первый класс, пишите диктант. Они так на буквы не знают, как писать. Пишите как можно. Вот так и вы приходите на соревнования, попали. Когда удержание верхом идет, как вы здесь их имеете? А когда попадаете там на соревнования, сделать ничего не можете. Так. Там прятать. На руках. Пошли.
Еще раз, ножки шире. Еще раз, делайте шаг, вытащите его. Еще раз, шаг, раз, два, и подворачивайте, делайте бросок. Что ты на меня смотришь? Встань сюда. Сейчас вам скажу, что я. Подшипись. Так, петелик сюда, идешь туда. При бросках ты не больше. Thank you.
Не бросайтесь друг на друга.
забери стул. Так, раз, два, четыре, пять. Так, вот это и вот это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, еще минуточку, еще минуточку. Так, куда ты едешь? Париж? Итак, ваша задача — борьба с умо. Так можно поставить массу. Упадешь и упадешь. Нет, чтобы намать масса майзона, как мурашки. Да, поставьте красный мат. Каждый ставит, каждая группа ставит себе красный мат. Да, Макс, сюда, потому что там ребята упадут на тебя. Так, Мате, смотрим внимательно. Молодежь, борьба с умо подразумевает... Нет, Макс, уйди сюда, пока не мешай.